Работу 15 управляющих компаний Вологды проверили активисты проекта «Жилкомнадзор». Напомним, ревизоры смотрят соответствие действительности отчетов управляющих организаций за прошлый год. Как отмечает комиссия, результаты разные, не все компании должным образом выполняют свои обязанности. Так, очередная проверка прошла по адресу Мохова, 41. Жители дома обратились к активистам проекта. О результатах выезда расскажем. Дом на Мохова, 41 уже 5 лет находится в управлении организации «Жилстрой Приоритет». И, как говорят жильцы, проблем за это время накопилось немало. Не убран двор, и внутри дома порядка нет. Наша сантехника уже в таком ужасном состоянии, что трубы просто разваливаются. В общем, я думаю, что она вообще своих полномочий только платим, и все. Ну вот мы платим, нас проживает 4 человека в комнате, у нас всего 11 квадратов. Мы платим 4000. С горячей водой перебои уже полгода. Причина – состояние подвала, где текут трубы. Само помещение затоплено. К тому же и не закрывается. Здесь уже скопилось немало мусора. А зимой, говорят жильцы, в нем постоянно находятся люди без определенного места жительства. Вот стены, вот смотрите, да, у них вся штукатурка, вся отвалилась. Ничего не делает. Краска вся уже. Краска вся отбивается, да. Вся краска, все. Обшарпанные стены, где уже завелся грибок, мусор на полу и на подоконниках. В таком состоянии подъезд дома. 2 года назад управляющая компания попыталась сделать косметический ремонт, но только до 3-го этажа. Открыт выход на чердак, на стенах надписи. Все это нарушение, которое фиксирует комиссия проекта, представители городских властей, Центра по работе с населением, молодежного парламента, депутаты. На сегодняшний день 15-я управляющая компания, которая попала в рамках проверки данной программы. На сегодняшний день оценку по данному дому поставить сложно, оценка неудовлетворительная. Есть явные, есть грубые нарушения содержания жилого фонда. На данную проверку управляющая компания была уведомлена, на данную проверку она не явилась. Некоторые проблемы члены комиссии решали прямо на месте. В ближайшее время, в течение часов 2-3, должна подъехать бригада сантехников, так как диспетчер управляющей компании все-таки пообещала выполнить эти работы. В итоге эту управляющую компанию ждет повторная проверка. Если нарушения не будут устранены, организации может быть выписан крупный штраф до 50 тысяч рублей. Такие проверки проекта «Жилкомнадзор» проходят регулярно, как правило, по сигналам «Вологжан». Если жители обращаются в управляющую компанию и им не дают ответа или не выполняют их обращение, можно обратиться в Центр по работе с населением. Мы поможем наладить взаимодействие с управляющей компанией. Также специалисты центра помогут выйти на представителей проекта. Юлия Савинцева, Михаил Прищев, Вологда, портал.